ждали победы от наших братьев. Они всегда были и будут. У нас появились новые герои. Поколение нам дает героев. Поэтому сегодня я рад вам представить наших спортсменов. А их здесь, среди нас многие сидят, даже стоя смотрят на нас. Поэтому, спортсмены, вам всегда место среди нас. Мы вас любим, мы вас уважаем. Мы от вас ждем всегда победы. Лезгинский джамаат должен восхищаться вашими победами. Наш народ заслуживает победу. Поэтому новые герои, которые вернулись к нам победами, они доказывают, что наш народ потенциально дает золотые медали большой России. Поэтому я хочу сюда, на эту площадку, под вами, хотел бы видеть наших великих, наших старших братьев. Отношение к спорту тоже у них одинаково правильное. Но они являются чиновниками, они являются учителями, они являются наставниками. Декан медицинской академии, наш старший брат Розен. Дорогие друзья, дорогие земляки, наш Южный Дагестан очень красивый край, вы знаете. Такой же красивый, как наша молодежь, которая здесь собралась сегодня. Сегодня мы приветствуем здесь наших именитых спортсменов. Но вы знаете, что в любом деле всего добивается человек упорным трудом. И в спорте, и в учебе, и в других делах. Поэтому я вас призываю, чтобы трудиться, трудиться и трудиться, чтобы добиться больших-больших успехов. Я думаю, начало, проложенное сегодня здесь, продолжится. Я думаю, среди нашего народа, среди лезгинского народа будут еще именитые спортсмены, будут ученые, будут писатели, будут поэты, которым будут гордиться не только Южный Дагестан, но и Дагестан наш, и Россия тоже. Дорогие друзья, я призываю вас всех приветствовать наших спортсменов, наших именитых спортсменов. Говорят, здесь одним из последних чемпионом был наш Даурен. Он здесь сейчас? Дорогой Даурен, я как врач, как педагог, как ученый хочу от имени всего прогрессивного человечества, можно сказать, от всех наших врачей, ученых, от всей интеллигенции поздравить тебя с этой блестящей победой. Мы надеемся, что в ближайшее время ты станешь и чемпионом мира, и чемпионом Олимпийских игр. Мы надеемся на тебя. Ты наша надежда, ты наша будущее. Дальнейших тебе успехов, дорогой. И всех наших братьев я хочу поздравить с нашими победами. Пожелать всем доброго здоровья, больших творческих успехов. И чтобы мы всегда гордились нашими людьми. Нашими красавцами из Южного Дагестана. Спасибо всем. Я продолжу. Я хотел бы сейчас пригласить сюда наших героев. За кого речь идет. За кого мы болели. За кого мы болеем. За кого мы радуемся. Икрам Алискеров. За Икрама я скажу два слова. В прошлый маленьком чествовании мною было сказано следующие слова. Это Велимрад у нас выиграл пятикратного чемпиона болгарина. Помнишь, да, Икрам? Я говорю, почему бы нашим братьям 5 или 6 раз не взять мир? Икрам нас услышал. Его уже не остановишь. Он пошел вперед. Поэтому Икрам взял золото Европы. Мы поздравляем Икрама. Икрам, ты с нами здесь. А следующий наших героев. Давай я за них так скажу. Вольная борьба для Дагестана всегда был паспорт. По-модному это бренд Дагестана. Вольники нас всегда восхищали.
От вольников мы всегда ждали победы. Вольники украшали Дагестан. Все то, что есть в Дагестане золото, в основном к нам копилку. Именно вольники принесли эту победу. Поэтому сегодня среди нас двое вольников, двое, которые взяли Европу, двое винных богатырей, лискинского народа, наш любимчик Даурен Круглиев. Аплодисменты, пожалуйста. Даурен приглашает его сюда. Даурен, очень рад тебя видеть, мой брат. Я от души тебя тоже поздравляю. Еще второе я хочу назвать имя. Это наш юный богатырь, который родился в южных рубежах, прямо в южной границе. Муратхан Зингаров. Вот он наш юный танк. Армата. Держи, мой брат. Теперь раз эти герои со мной рядом, я от себя хочу, от себя лично, пожелания нашим братьям. Спорт украшает мужчин. Спортом мы все дружим. Я бы очень хотел бы, чтобы как и в жизни, как и в спорте, и в жизни мы были такими первыми, сильными. На вас смотрят, вас видят, вас слышат. Сотни мальчишек, таких мальчишки на вас смотрят, с вас берут пример, хотят быть похожим на вас. Великая просьба к вам, и в спорте, и в жизни, будьте достойными, будьте порядочными, будьте сильными, чтобы наш народ славился такими, как вы, славяне. Поэтому еще бурные аплодисменты нашим героям. Что в руках у меня для хорошей, здоровой пищи для спортсмена. Но я поручить им это удовольствие хотел бы делиться с братьями. Тот, который так сильно изъявляет желание этого делать, я хотел бы Радика, моего брата, пригласить сюда. Да, очень сильно он хотел лично Даурену поручить. Дай такую возможность, мой брат, тебе. Аплодисменты нашему брату Радику. Рафи, это конверт и пожалуйста, два слова. Нет, это я хотел знать почему. Салам алейкум. Я не хирархой. Даурина я просто перед чемпионатом Европы проводил лично Агастов Казмара. Хакимя, и вот этот дух, который я вселил. И оказался самим тем, который взял первое место. И с племянников Хулар Кез, Мирзу Буруха. Хамиша Голпнах, Сараки, Шагуни. Зал. А следующего спортсмена, Икрама. Икрам наш красавчик. Самбисты нам нужны, самбисты у нас всегда были. Честно говоря, я хотел бы приглашать Хабиба, но Хабиб спортивка. Но я думаю, что, как и Хабиб, у нас еще два брата боксера. Гасан Гусейн, если вышли бы и поручили бы моему брату Икраму конверты, было бы неплохо. Ассаламу алейкум, от души поздравляю наших братьев. Как сказал наш брат Шах, вы да всем молодежи пример. Да, вам здоровья, чтобы вы не получили никаких травм, чтобы у вас удача тоже сопутствовала. Это очень тяжелый процесс спортивный. Вам всех благ, удачи, ассаламу алейкум. Сара, дальнейшего вам успехов желаю, Сара. Икрам, ваш брат Икрам. Еще раз поздравляю. Аплодисменты братьям! Я сам Гусейн. А нашего маленького, юного героя, борцу должен вручать борец. К нам приехал с Хасаюта наш любимый тренер по вольной борьбе. Манетта, я бы хотел бы именно, чтобы ты это сделал, баба. Это тренер по вольной борьбе, Хасаюта. Спасибо.
Салам алейкум, любимый дочь, говорит, Гурдас. Чудурдас, кремь, Марик, Барак. Викте кулаха же, матер, парак разже, халу зарады. Конечно, да максимум же, джигидра, действительно заслужили. Это огромный труд. Я как тренер знаю, что это такое. Помимо таланта, тут огромный труд, который невозможно даже передать. Желаю вам всем всегда, чтобы встречали чемпионов. Желаю, чтобы всегда вы равнялись с нами тысячи чемпионов, чтобы у вас всегда был пример наших братьев, такие как они. Матерью Сахай. Аплодисменты нашему брату Мамеду. Я сделал доезда, я хочу, пока они здесь стоят, ну, аплодисментами встретили еще одного нашего брата. Он находится среди нас. У нас появился еще один чемпион, он не был чемпионом, еще раз стал чемпионом. Есть такой у нас брат матчи, Асатуллаев Гашим, чемпион мира по ММА. Где он? Ему, помимо витамина, я даю свою руку мужскую. Зовут тебе. Тебе слово, брат. Ты можешь? Стесняются, спортсмены стесняются. Вот теперь вот один маленький фотографий на память. Самбисты, борцы, тоже самбисты и боец за свободу. Вот один фотографий на память.